Поднапрягитесь. Дайте сопротивый лаж. Я пиздеть особо не буду, нахуй, так что вы думаете сами, нахуй. Я на хиле, блядь, хилю, нахуй. Так что, блядь, все от вас зависит. Хотите убить? Нет, нахуй. Я сейчас посижу и лофаюсь. Ну там на лече, может, еще полчасика здесь. Заходим, блядь, хули вы там стали. Пошли, все готовы. Могу что-то не заметить, так что Биг Дэм там подхватываем, если что-то важное. Микрофон включил, блядь. Включил. Все запустили, вы че? Фрондон, поближе маленько подойдите, сейчас притяжка будет. А чё они взлетают? Урона мало. Не, она должна была взлететь вся притяжка. Метки 2 на скорую. А тут 2, бля, чё-то 3 дум. Здесь, если вы метку выпадаете, вы умираете. Ну, если вот это хуйня. Не бейте глыб быстро. Вы что, вы снесете, вы чё? Урон остановите. Я ебал, нахуй. Вообще, если что, вот поставили там звездочку и кругляшок, то для того, чтобы ставить вот эти глыбы. Одна глыба ставит в кругляшок, другая звездочка. Вилаш, умрешь. Больше так не убегай. Больше так не убегай. И глыбы больше так не ставьте. Один ставит звездочку, другой в кругляшок. И Вилаша прячется за звездочкой. Охуенно. Метку, метку в черепочек. Че вы вдвоем вместе? Топ по глыбам. А глыба сломается, ёбаный. Если вы глыбу сломаете, и типа человек, которого вы сломали, не успеет забежать за другую, то сразу лайк. Four, three, two, one.
Ну, теперь стоим чудо. Два носка не простой подсвобожден, как сказал, просто опусти руки от клавиатуры, стой чей, лишний урон. История, беги туда вперед, я уже шок встану. Ты где она, блядь? Внутри глыбы. Что там, наверное? А сейчас вы можете бить по чуть-чуть? Я соло не сломаю глыбы. 4, 3, 2, 1. Быстрее добивайте, я сейчас задохнусь. Будет притяжка. Беги, малышка, беги. После тяжков начнется вторая фаза. Бежали быстрее. Все, вторая фаза началась. Первые метки звездочку носим. Метку провести. Эту сразу разбиваем. Все скидывают стаки. Кто не выглядывает из-за метки. Бидон, 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 звездочка. Стоим чилим. Сейчас притяжка будет. Следите за освобожденкой, пожалуйста. На ком освобожденка тут не кастует. Равис, беги перед, перед этой гробницей. Ставь эту гробницу, подбиваем потихонечку. Точнее, эту гробницу в купол убиваем. Ага. Давай, стой. Ну, сейчас, сейчас будет... точно должна быть притяжка. Да, да. Беги, малышка, беги! Так, освобожденка. Найди на мне. Сразу разбитие, наверное. Это баг. Что это баг. Заебательски. Типа, ну, ледяное дыхание просто, блядь. Это называется баг дыхания боком. У меня где-то даже видео есть замедленное по 4 раза. Просто дыхание боком называется. Бля, ну дерьмо, мы убивали спокойно. Ну да, так-то все хорошо. Все, все умеете, все знаете. Тиндра не проблема. Вот лич. Новое кунг-фу. Лич реально серьезное испытание. Дыхание боком, блядь. Да, есть такой баг. Я его уже вижу раз пятый, наверное, шестой. За 7 лет. Чем могу помочь? Я думал, я что-то неправильно переагрел. Не-не. Ну, есть там теория, что типа до там... дыхание или в каз дыхание нельзя тунтить. Там есть какие-то такие теории, ну типа оно раз в пятилетку такое бывает, блять. Как точно оно работает, я не знаю. Типа это надо уже у разрабов там спрашивать, что-то как-то уточнять эту хуйню. Я бью, секунду. Скажет, кому надо. Там когда в сторону, там уже там ляма 4, там не знаю, будет.
Не рано. Но, 3 где-то. Да, 3, там 4. И самое главное, после обжигающего. То есть, как вы метку отнесли, и там уже смотреть. То есть, 2 там притяжки будет, 3, и уже после 3, допустим, в сторону и Геру. Но при этом все живые должны быть. В самом конце. После что тайминг дотянулся на сколько? На 30 секунд. Даже почти на 40 секунд притяжка. Опоздал. Ну, мы-то перевели ее. Он ее как бы... Просто засчитал, как сказать, он ее дал, эту притяжку, по-моему, до 35, да, еще? Он как будто... Ну да, там получилось, он как будто была быть притяжка. Он ее пропустил перевели, просто. Он ее пропустил. То есть он ту пропускает, а какая у него там периодичность, блядь? 40, что ли, секунд? Там что-то, короче, он дает первую, после второй, потом... После третьей, по-моему. Будет. Там или 3, или 4 глыбы, короче, между притяжками. Сейчас таймер включить, да посмотреть можно. Или по видео как-нибудь на ютубе надо буду глянуть. Что там, подошел кто-то, ходил? Ставлю рыму. Все готово. Пошли. Вот лапки только нету почему-то. А, и два носка, да, и столик. Наберу штруделей. Бля, не могу тыкнуть. Что за хуйня? Что, столик не поставился? Я понял. Блядь, странно. Ой, бог рандома, только не на меня особо. Да, да уже на мне нахуй. А вам-то что переживать? Стоишь. Приятно, да? Стоишь чилишки. Это будет притяжка ближе, подойди, два носка. По-моему, должна взлетать сразу, да? На 85 взлетает. Нет, там, по-моему, не по проценту. Я в дальнюю сторону. Угу. Блять, как из ДБМ убрать вот этот дырявый мощный удар хвостом, или нет, как бы? Да похуй. Там бывает прям отвлекает. Ненужная полоса, которая вообще просто не нужна. Я вроде галочку ставлю убрать, а он не убирается. Офигеть, я в глыбе стоял, у меня тринкеты прокнули, как так. Тяжко было ближе беги, подходить. Малышка, беги! Ну, окей. Я в дальнюю.
Сейчас протяжка хоть попозже подойдите. Беги, малышка, беги! Я туда. Я пока не могу прочитать это заклинание. Куда, куда, куда? Не бейте первый. А, разобьете сейчас. Разбейте. Опять таймер сбились. Ну, ничего страшного. Не, сейчас нормально как раз. Сейчас должен быть после сейчас... второго. Сейчас уже вон фаза. О, фаза пошла. Ай, на вон первая метка. Он сильно с освобожденкой сильно не это не преусердствуйте. Следите, на ком она висит. Ай на вен опять. Разбиваем? Ждем, сейчас будет притяжка. Должна быть, по крайней мере. Да, вот притяжка. А перед этой меткой беги. Беги, кто там у нас? Два нас там. Прожмись. Бегим на ФП с хостом. Ну и бьем? Бьем, это убиваем. Они просто освобожден, я фукаш. Или там не опять освобожден. Это тоже? Тоже, это тоже разбиваем, это тоже разбиваем. Следующее будет. Фикаш. Ровист. Ровист опять. Ровист в центр, ага. И вот эту ждем, сейчас будет притяжка. Тяжко. Если ты... А, давай два носка перед этой меткой беги. Сейчас ты не должен умереть, там поймешься. Поставил колбу. Если ты отдал на хп, то с командой вовремя ПС главное. Самое главное. Uh-huh. Ой, я сдохну сейчас. Я сдох. Кош ложный. Так, это убиваем тоже. Еще БР есть, если что. Ванаска реснет побить. Да, давай реснем Ванаска. То у нас рейс беги. Он, отходи, отходи, ага. Эту ставь и сейчас... Да, это тоже разбиваем, это тоже разбиваем. Сейчас, короче, это разбиваем, босса бьем, следующую притяжку проживаем, и остальное будем уже добивать. Так, я пошел в центр. Так, вот за это скидывать сейчас будем. Сейчас должен притяжка. Брыса, минута. Не скинулось. Давай, БР. Ой, БЛ. Геру. Сейчас, да, меня разбейте, Геру выглядит.
Блять. Разбивайте. Разбивайте. Разобьете, нет? Сука, бейте глыбы, или мы не убьем. Вы что, дрочите нахуй? Что там происходит? Нормально, рарник в сторону. Он достоит один. Я умер просто. Разбивайте, некому бить будет. Да? Три ляма. Ой, задроты, блять. Ай, сука. А как я заморозился? Типа на мне не было метки. Я типа пошел бить замороженную метку. Глыбы, глыбы бить. А вы хуй уже что убьете? Три ляма нахуй. Кто вас бить будет? А, блядь, босс. Падайте, блядь, сон. Типа, ну что за хуйня-то, блядь? Берса. Я не понял, что меня не разбили. Хуй забили нахуй. Беги, малышка, беги! А вообще, босс, убьете вы на переходке? За милика нет. Ну, я не могу убивать. Наверное, именно на второй фазе меня не кинут, не отнес освобожденки до третьей фазы. На третьей фазе, блядь, как это, нахуй. Каждая освобожденка на меня. А вот что вы выносите еще на третьей фазе? Вот какие-то взрывы вот эти вот. Я что-то не видел этого дебафа на себе. Да, типа нет, это не взрывы. Это я там убегал один раз, когда проебание нажал, ну, на стаком 400, я выносил, бежал, вынес, взорвался. Страдал. Зависит в милик он будет. Будет ломать быстро. Привет тебе. Их не надо наносить, их надо просто, вот ты получил дебаф и просто встал, фокас, ты вообще ничего не жмешь. Мне кажется, Равист больше даст в коте. Намного больше даст в коте. Просто совой глыбы бьешь, освобожденку все равно стакаешь. А глыбы котом бьешь, обморожение об глыбу не стакается. Рыба стоит. Может, в одно танк? Да сдохнем нахуй. Не, в одного у нас получится. Что так же, только, блядь, это... Глыбы, во-первых, надо разбивать. До тех пор, пока до берсы не останется 40 секунд. И только как 40 секунд осталось, тогда в сторону и тогда Геру. А чё Геру не с 35%? Там время будет побить. 10% есть, нет. Хуй знает. Я там стакается освобожденка. Не так уж приятно бить. Да. Я в кота упал. Все обычно же Геру дают, когда последний рывок, скажем так. Тоже все забивают на освобожденку и бьют до того. Пошли, запускаем. Освобожденка на хилов пусть кидается. Усть, блять. Это придумал, конечно. Это вы там на пристах щитки хотя бы кидайте в форме ШП. Как когда на хилах освобожденка сильно просаживается, или тяжело там. Если на Навене или на Бидоне. Или на мне, им тяжело двоим захиливать. У него щита просто 4 секунды КД. Вот на мне и на бидоне сейчас. У меня ротация буйный рост только. Один стак буйный рост, один стак буйный рост. У тебя тоже цепуха. Пока что рейд фуловый. Вот она. Равис, бидон. Первый подбейте, ближе чуть-чуть.
А, особо это, хп всего там 100 тысяч. Все, последний падает. Она прям в этой, там сзади. Ну там непонятно было. Вы до лестницы? КД, КД 2 минуты, так что имейте пока так. Быть притяж. История, что ты умираешь? Беги, малышка, беги! Вы чувствуй, репещите, смертные! Ибо ваша жалкая магия теперь бессильна! Блядь, опа. Сути, сути, сути. Давайте разбиваем. Хватит, хватит по первой, хватит по первой. Че, вы дорезаете? 30 секунд чё? Еще. Да, сейчас Бэйр откатится, сразу резать. Где ты видишь Бэйр? Мне ДБМ показывает. Мне не показывает почему-то, блин. Притяжка будет ближе подойти. Давайте сейчас такое это. Там хило бидон, бидон захиливай, не тебя на одном освобожденке нет. Сейчас вы убегаете. Каску приставляйте. Собав мне на меня освобожден. Бидон замерзнешь. Я вам шел еще. Там что-то не кидали, вы появилась. Это какая взлетка была? Третья? Да. По-моему, да. Хуево. Что-то по ДПСу залупка ебал, блядь. Ну... Может быть, в два хила попробуем? Ну почему? Сейчас переведем скоро. Я будет притяжка, поближе подойдите. Бидон, два носка. Еще, еще. Поближе это прям вот в звездочку подходите, чтобы вас два раза не притянуло. Что переводите? Охуеть, блядь, еще освобожденка. Я тупо ФК стою уже какой. Это неправильно. А? Приходите быстрее. Не дайте взлететь. Это залупа какая-то.
Это четвертая, что ли, взлетка? Что не могу вкурить. Да. Да, я не бью, потому что видишь, на меня все освобожденки на мне висят. Просто факт оставил. Ну, по 5 там можно. Нет, ну да, можно. Могу. Можно, можно. По 5 стакать, стаков? Да. Ну, на второй нельзя, конечно. На первой можно. Да сразу 3 минуты берса. Сразу переводить. Уже должны были 20 же. Метка секунда. Уходите. А мы не скинули, за ним. Ну быстро разбили. Сейчас не бейте. Прошу за нас, кажется, кто не убил. Сейчас протяж. Беги, малышка, беги! Почему стаки не скидываются? Ну да, стаки не скидываются, я вижу. Странно. 8 стаков. Ну я вижу, вижу. Хуёво. Близко глыба слишком. 6, 5, 4, 3. И 9 стаков. 5, да, 5. Какая-то хуйня. 10 стаков. Прям вообще не скидывается. Да-да-да, я вижу. Слушай, ну я не знаю, что. Щечка обновляется. Дрочка какая-то. Странная хуйня, но. Первый раз такое вижу. Что, вы это сову сейчас, правда? А ты в ДЦ? Я в ДЦ. Не, ну, блядь, можно попробовать? Нет, два хила типа. Ну, давай попробуем. А Навен, ты что думаешь? А Бидон вроде писал, что он лост трай. Что думаешь? Жестко будет, конечно. Ну, давай попробуем. Я думаю, Ро. Ро это круто. Этот, давай, знаешь как. Давай Равис тоже в этого, в сову. И, короче, знаешь, на чем сыграем? Попробуем по скиллу, короче. Вот мы в разных пати с тобой будем. Если что, там спокойствием поможем. Если что, мы еще по кровам можем похилить. Когда на них будет это освобожденка. Мы, конечно, танка хуй захилим. Вот, но у Рарника что, возложение есть. Капли бабл еще есть у него. По танку, если что. Ну, попробуем хули в два хила. Давай попробуем. А, ну еще смотрите, присты есть. Вы это, не забывайте, ДСшника вреди нет, щитки можете кидать там, допустим. Это очень важно, это хорошая помощь. 5000 вот этого абсорба, оно очень хорошо будет. Ну, попробуем. Сейчас я спекнусь. Ну, конечно, может убиться в два хила, но там пиздец, знаешь, такое будет, что... Не, нужно, чтобы стаки, конечно, скидывали. Сейчас какой-то баг был или что, я первый раз такое вижу. Там надо, чтобы это... Вот если Айновен и Бидон словят одновременно освобожденку, будет чистая хуйня, нахуй. И будет танки танчить. Там я надо... Я в одного танка били, я помню. Да, блядь. Я не знаю, нахуй. Короче, первую притяжку и ждешь, и все, и потом все в сторону. Бейл пошел. Типа можно попробовать для прикола, но я что-то не верю в эту хуйню. Можно попробовать, но я прям не знаю нахуй. Это надо за сколько его зергануть? За 30 секунд? Сколько? Да, 7 блядь, даже в обычке так не получается зергнуть, когда 35% герой да. У нас герой. Столько ДПСа нет, я понимаю, если у нас было бы сколько да, нас там. Да, не то что ДПС, а тупо банально освобожденку на 2 ДДшников кинется. И все, и пизда всем нахуй. Нахера, что-то они пофиг до конца там уярят. Освобожденка хуярит, и умирает. Босс. Взорвается. Вместе с боссом умирает. Главное первую притяжку прижать. Там до первой глыбы, ой, до первой глыбы мы 30, меньше 30% должно быть.
Там 35, и мы за 5% это должны снести там за 10 секунд. Бидон, все? Походу, все. Да, он ливнул с Дискорда. Вот, все проблемы закончились. Парам-парам-пам. Чего? Что-то думали тут. Все, ничего. Вы не бьете то, что со стаками не бьете, это херня. Там. Надо бить до 5, там. 5 собрал, скинь. Да, бить да выносить. Да. Но то, что она багается, такая хрень. Просто. Да, реально, первый трай самый лучший. Классика. Угу. А там она предмет сменила новый прием, блядь. Дыхание бока. У него просто из бока такая голова вторая. Это фаталити было, просто фаталити. Просто выносили один право, другой лево, так было. Да, реально, самый баганый босс ЦЛК по факту. Потому что даже вот после притяжки откидывает, блядь, жопу. Ой, то, блядь, вот эта хуйня. Самое смешное, что... Бог еще с X3, сука, есть. Вы закончили? Походу, закончили. Да. Идете доту 2 носка. Да, можно будет сходить разок. Еще сколько рейтингов дать? Я в турбо играю. Тут нет хила никакого, что? Да, только если... Блин, это такая цензура. С, это, с Войдом похилим вдвоем. Вон на Масухе я чисто таргетную. Вы чё? Ещё одну... Ну и чё, без Геры? Да я ебал нахуй эту хуйню в пизду. Давайте, чё у нас? Вторник, среда ещё? Если будет вдруг какое-то время там, может быть, попробуем ещё потравим. В принципе, Синдру ебануть легко, несложно, вы сами знаете. А вот я это... сохраню КД на присте, просто пока мы Лича не убьём. Да, да, в принципе, я не против, да, сохраняй. Я тоже только за. Вот, и... будете, да? Без чего? Без трубы. Да нахуй да это труба. Пофиг, слушай, на, Лича хочется. На трубу другую десятку собрать уже, да и все нахуй. Кому там трубу, твинам надо другую десятку с нуля собрать, там уже похуй. Хули там корабли убить. Ставлю в Долоран, мужички. Короче, Гримзол мне там написал, видать, Спок, он что-то поговорил. Сори за флут на РТ, виноват, не сдержался. Ну, короче, как бы нормально все должно быть, надеюсь. Ну, кстати, у меня есть вопрос. Ты как будешь, после среза им кидать, типа, или перед срезом? После среза. Ну, мы считали уже, там, что-то со срезом 4, 3 с чем-то там получится, плюс 4, там около 7 тысяч, и приор где-то около 30-ки, 29,5 будет. И то, там топовый приор в гильдии у нас по 70, по 80 у людей там, то есть у них по 18 тысяч, у них всего 8 тысяч будет, 7-8 тысяч.